Кубка первой лиги. У меня была очень интересная игра, до последнего боролись, в принципе, очень равные две команды, но кому-то чуть-чуть повезло. Александр Владимирович, пару слов. Да, сегодня интересная игра была. Агартин и Техинвест, и Динамо. У тебя Динамо, ты меняешь тогда название, это, ну, спонсор, не знаю. Но Динамо сегодня чуть-чуть не повезло. На последних там секундах, наверное, они могли, в принципе, сравнять счет. Вообще игра интересная была. Вот руководитель команды Динамо говорит, уже какой год не можем выиграть, не везет, третий это подряд, один, вот, не знаю, видно, команда, чемпион, тогда принесут. Ну что, мы перейдем к награждению. Да, давайте к награждению, все награждается команда финалист Динамо НГЭО. Какой, третий раз уже подряд, да? Да, третий раз, капитан. Капитан команды, давай. Четвертый уже не будем награждать. В общем, кубок хоть что-то можете выпить с него, понимаете? Потому что за первое место там... Поворачивайся. Поверни только грамоту и... Грамоту разворачивайся. Чего-то, да. Юра, выше, нормально, выше поднимай. Как нормально будет. А также отметили игрока команды «Динамо НГЭО» Головко Игорь. Также. Спасибо, Игорь. Ну, чуть-чуть вам не хватило. И также хотим отметить лучшего игрока сегодняшнего матча. Мы определили Петренко Дмитрий. Здорово. Дима. Ну и победителем третьего розыгрыша Кубка первой лиги стала команда КДВ Яшкино. Туда можно налить. Да, думаю, налете. Там дырочки все открутить. На, грамотно. Все, поздравляем вас. Секунду, можно руководителя. Сейчас, да. Роман Сергеевич, можно вас тоже сюда? Сюда, да. Пожалуйста, Роман, сейчас подождите. Давай, смотрите. Это почином вас. Спасибо. И отдельно. Давайте. Роман Сергеевичу Демьяненко, давайте. Поаплодируем. Также Егору. И Никите. Спасибо, ребят. Андрюшка, ты мне скажи, ты... 28 числа всех ждем на финал Кубка города, который состоится, скорее всего, на Артеме. Да, в 10 утра. 10 утра, так что ждем всех. Давай, ты чемпион, со мной, я верю. Да, Петрин, ты все прыгаешь. Одинаково, чтобы были. Если все руки на руки положили, всем это сделать. Если колено одно это самое. Давайте левое колено. Давай, плотнее, левее, пацаны. Давай направо сели, левое впереди. Петренко, дайте место. И там сзади, если тебя мяли, то все. Я целоваться все уже. А целоваться не будем, если целоваться. Теперь внимание, можно? Это потом, Сереж. Где можно пробовать?